Ребята, всем привет. Ой, ребята, если честно, волнительный момент. О, боже! Это просто невероятная красота. Ребята, всем привет. Сегодня мы с вами едим пончики от Crunchy Dream. Вы только посмотрите на эту упаковку. Вообще, это мои любимые пончики. И давайте я вам покажу, как они выглядят. Это просто невероятно. Вы только на это посмотрите, они мультяшные. Это самые вкусные пончики. Давайте я сейчас открою все вам их покажу, потому что я не знаю, как мы их будем раскладывать, их очень-очень много. Так, о боже мой, какая красота. Еще одна коробка. Они невероятные. Такой запах. Ох. Я вам говорю, что это самые вкусные пончики, это мои самые любимые пончики. И вот эти, дюжина классических рингов. Ребят, если вы пробовали эти пончики, вы должны понять вообще, о чем я вам сейчас говорю. Если вы их не пробовали, вы должны их попробовать. Правда, если вы увидите Crunchy Dream, это самые вкусные пончики. 100%. Обязательно пробуйте. Так, сейчас я все здесь разложу, и я вернусь к вам обязательно через секунду. Ребята, я все тут настроила, и это просто невероятно. Вы только посмотрите на эту поляну. Давайте пробовать, я, честно, переживаю. Давайте вот с этого начнем. Я не знаю, что с каким вкусом, потому что мы с вами пробовали эти пончики очень давно. О, боже. Вы только на это посмотрите. Они нежнейшие, ребят. Будем все ломать, будем все пробовать. Очень карамельный вкус. Сливочный крем. Вы видите, какие они мягкие? Моя задача сегодня попробовать все. Вот этот сливочно-карамельный вкусный шеллы, это вот эти пончики, хоть они кажутся такими пирожочками, они очень нежные, посмотрите. Они буквально сдуваются у вас во рту. Минуту. Ребята, конечно же, кто пробовал эти пончики, знает, что у них самые офигенные вот такие вот обычные ринги. Посмотрите. Они просто мягчайшие, ребят. Это, знаете, сахарная вата. Я тут пыталась найти пончики, ну, нечто похожее. У меня не получилось. Обязательно, кто не пробовал, ну, вы знаете, я их люблю. Так, ребят, надо попить чай. Давайте пробовать все. Мне кажется, мне уже надо заколоть волосы, потому что, ну, тут очень много пончиков. Я хочу быть поближе к вам, но не получается. Давайте попробуем вот такого вот красавца. Посмотрите на него. Он с каким-то таким золотом. Интересно, какая начинка. Карамель. Карамель. Они все очень вкусные. Тут нельзя сказать, это мой любимый пончик. Вот этот пончик был долгое время моим фаворитом. Ребята, я заранее извиняюсь за мой
такой болезненный голос, потому что я правда сейчас болею, но я просто не могла для вас всю эту красоту не снять. Так, давайте попробуем моего фаворита. Этот пончик называется, ребят, как думаете, как? Чизкейк. Посмотрите. Тут начинка из сливочного сыра. Она беленькая, как чизкейк. Я очень любила этот пончик. И помню, я работала в этой пончичной. Я устроилась туда работать, потому что мне очень нравились эти пончики. Это было на втором курсе универа. И я устроилась туда, чтобы, естественно, чтобы работать. И также, чтобы бесплатно кушать эти прекрасные пончики. По поводу работы там, мне все нравилось. Проработала я, ну, где-то, наверное, месяца 4. Но, сами понимаете, в студенчестве сложно работать где-то очень долго. Вот, поэтому впечатления остались только самые позитивные. Так, давайте дальше. У нас была очень классная команда. Посмотрите на этого красавца. Я так предполагаю, что этот ринг внутри с начинкой. Он без начинки. Просто космический. Ребят, я извиняюсь, что я так откусываю. Но нам нужно с вами попробовать все пончики, которые представлены на видео. Поэтому не расслабляемся, едем дальше. Вот этот ринг, это клубничный, он был в меню, еще когда я работала, как и чизкейк. Этот старичок, который обалденный. Он точно внутри с ванильным кремом таким. Угу. С клубничным. Или с ванильным. Угу. С клубничным кремом, ребят. Видите, сколько здесь крема? Сами пончики очень нежные. Поэтому вот эта вот верхняя глазурь, внутри крем очень хорошо ощущается. Я соскучилась по этому вкусу. Давайте дальше. Давайте попробуем вот это. Это новинка. Я так предполагаю, что это, скорее всего, ну, банановый шелл, да? Не шелл, а ринг. Ринг это кругленький, как кружочек. А шелл такой закрытый. С банановым кремом внутри. Вы знаете, я помню, когда я там работала, нам, по-моему, можно было 5 пончиков в день есть. И я съедала все 5 пончиков. То есть на протяжении где-то 3-4 месяцев я каждый день ела эти пончики. Каждый день. Так, я хотела бы, знаете как, которые я уже попробовала, их убирать. У меня тут осталась крышечка, чтобы просто они нам не мешали и не портили красиво наш вид с вами. У нас осталось очень много шеллов, которые мы еще не пробовали. Будем пробовать. Я бы хотела попробовать вот этот. А вы? Я думаю, что это с... Я даже не знаю, с клубникой. Они очень мягкие. Ой, какая красота. По-моему, это клубника и слив. Сливки?
Непонятно. Давайте пробовать. Это малина. Очень приятный пончик, знаете, с такой кислинкой. Я думала, мы здесь с вами понадкусываем, а я, честно, половину съедаю, потому что они, правда, очень нежные. Интересно, вот я хотела бы сейчас вспомнить, когда я там работала, были ли какие-то интересные истории. К сожалению, я уже, ну, потерялась с теми ребятами, с которыми я работала. Но вы знаете, я помню, там у нас была девочка, которая училась на хирурга. Я училась на психолога, она училась на хирурга. И знаете, психология по сравнению с хирургией... Это детский сад, потому что она настолько была помешана на учебе, то есть она была очень такая активная спортсменка, но при всем при этом у нее постоянно в голове были такие мысли, что ей нужно выучить, и у нее там задание, еще что-то, что она ночью не будет спать. Ну, то есть реально докторов очень жестко учат. Вот, я помню, мы с ней работали, я еще работала в центре города. И это была, мне кажется, одна из самых загруженных точек. Это было круто. Ладно, давайте попробуем вот этот ринг. Ой, какой красивый. У нас сегодня, знаете, тоже с вами такое видео новогоднее. Он без начинки. Вкусный, карамельный. Такой же, как вот эти, только с, ну, с глазурью. Вкусно. Так, какой мы не пробовали? Ах, вот этот. Ребят, ну я думаю, что это такие вот осенние пончики, скорее всего. Это что, тыква, что-то такое. Ох. Какая красота. Слушайте, а может быть, это абрикос. Я думаю, что это тыква. Обалденно. Знаешь, вкус сладкий. Прямо четко не считается, что это тыква. Я думаю, это абрикос. У нас еще есть непопробованные пончики. Давайте достанем нож. Буду резать ножом. Хочу попробовать вот этот. Сейчас я вам его покажу поближе. Ох, я уже вижу, какой он там красавец внутри. Такой вот. Ого, как красиво! Что это такое? Клубника с кокосовым кремом. Сладенько. Приятный. Это либо клубника, либо малина. У меня, знаете, сейчас немного пропало обоняние, поэтому я могу чуть-чуть путать запахи и вкусы. Даже не знаю, но я надеюсь, что у меня не что-то серьезное. Так. Ну что же, это точно малина. Давайте я вам покажу. В целом, тут как бы можно выбирать любой пончик в кофейне, вы точно не ошибетесь, потому что у них у всех одинаково вкусное тесто. Вот, у них у всех начинки вот такие вот. Как бы они все плюс-минус одинаковые. Вот, но есть, конечно... Резкие особенности, да, это
ягодные вкусы. Это такие вот, как вот этот вот, как чизкейк. И есть еще сливочные вкусы. Я думаю, что это три основных вообще категории. Вот эта малинка. Вкусная очень. Вот эти, они поплотнее. Шеллы. Ринги же более такие нежные. Вот этот красавец даже как-то был у меня на обложке видео. Красивый, да? Очень красивый пончик. Он прямо как из Симпсонов, да? Угу. Он внутри пустой, но за счет того, что у него вот эта посыпка и толстый слой глазури, он не кажется, что он какой-то типа пресный и так далее. И вообще, честно скажу, что я обожаю вот именно эту коллекцию пончиков. Я могла ее полностью съесть, но мне кажется, интересно попробовать все вкусы и показать вам. Угу. Идем дальше. Ребята, это сложно попробовать все вкусы. Так, ну что, у нас вообще осталось два пончика. Это вот такой вот пончик. Я точно знаю, что это вкус крем-брюле, что ли. И вот такой вот пончик, он тоже такой исторический, шоколадный. Кстати, шоколадный, да? Мы вот пробовали сколько шоколадный. Это был первый вот этот пончик. Ох, какая красота. Посмотрите. Такой вот он в разрезе. Давайте пробовать. Посмотрите, сколько шоколада. Шоколад. Что-то типа нутеллы. Вкусный шоколад. Такой, знаете, как в формате крема именно шоколад. Угу. Давайте разрежем крем-брюле, посмотрим. Крем-брюле я тоже очень любила. Да, у него такая вот... Или нет, это не крем-брюле, ребят. Это заварной крем. Точно-точно заварной. Я помню, как даже делаются эти пончики. То есть они прямо в том месте, где я работала, у нас приходила женщина-повар. У нее была отдельная кухня, отдельное помещение, кухня. И она делала вот эти пончики. То есть они там камерализовались. А нам, конечно, туда вход был запрещен. Очень много начинки. Такой классический вкус. Ребят, ну мы попробовали с вами все пончики. Остался, по-моему, единственный. Вот такой вот красавец. Ох. Я не знаю, с чем. Это, мне кажется, новинка. То есть, видите, он такой же блестящий, как тот клубничный, но с посыпкой немножко как будто бы должен отличаться. У него он с начинкой внутри. Он внутри с начинкой, знаете, как будто бы персиковой. Такой вот светлой начиночкой. Такая, знаете, легкая сливочно-фруктовая начинка. Вы только на это посмотрите. Сколько осталось пончиков.
который я попробовала. Ну, буду доедать, что делать. Честно вам скажу, в этой битве нет победителей, нет проигравших. Потому что они все очень нежные, очень карамелизированные. Если ты вот, допустим, в кофейню придешь, ну, правда, одного пончика тебе будет мало. Минимум штучки три нужно съесть, чтобы, в принципе, понять, что и как. Что бы я рекомендовала? Вот ты приходишь в кофейню, какой-то шелл вот такой вот закрытый, какой-то ринг с обсыпкой и вот такой вот классический ринг. Это абсолютно точно, потому что они все похожи, но они все разные. И все очень вкусные. У меня здесь нет любимых пончиков, но, конечно, вот чисто для себя я все пробовала пончики. В Crunchy Dream сейчас для меня любимые пончики — это вот классические ринги, оригинальные. Но нужно попробовать все, потому что долгое время, когда только я попробовала эти пончики, у меня был вот такой вот любимый пончик, это чизкейк. Он, правда, очень вкусный, у него, знаете, такой крем с легкой кислинкой, такой вот, как чизкейк, да, чуть-чуть. И у него прекрасная эта сырная шапочка, я особенно обожала вот эти вот печеньки сверху. В общем, я рекомендую, на самом деле, попробовать его. Вот это очень вкусно было. Это новинка. Я такого раньше не пробовала. Малина с чем-то там у нас таким была. Вот я даже не знаю, с чем она. Потому что у меня сейчас, ну, немножко, знаете, такое состояние болезненное. И от того вкуса чуть-чуть, ну, не так я хорошо различаю, как в обычный бы день. Но, тем не менее, вкусно. Ну, собственно, вот. И вот это тоже один из моих фаворитов. Ну, просто он очень красивый, он этим подкупает. Они все прекрасные. Я реально люблю Crunchy Dream. Муа. Пишите, какие ваши любимые пончики, пробовали ли вы их. Я желаю вам, если в вашем городе есть Crunchy Dream, попробовать, потому что это правда вкусно. Вот, и напишите в комментариях, как вам, пробовали ли вы и за, против вообще пончиков. Я очень за, пончики люблю. Ребята, я вас очень люблю. Спасибо большое за просмотр, что послушали мою болтовню. А я пойду отдыхать после такого отрыва. Я о них мечтала очень долго. Вот это, как раз у меня есть недосмотренный третий сезон Twin Peaks. И, в принципе, да. Я думаю, мы подружимся с этой коробкой. Все. Всем пока.